Кадры из северной столицы Санкт-Петербург-Арена стал огромным экраном для 3D-проекции спецэффектов. На новом стадионе, который накануне принял свой первый матч, прошел фестиваль света, посвященный российскому спорту и истории футбола. Гигантские световые картины сменяли друг друга. Все это сопровождалось пиротехническим шоу, фейерверками. Лазерные инсталляции заняли площадь в 6 тысяч квадратных метров. Но уже в ближайшее время на арене состоится главное футбольное событие года. Там пройдут матчи Кубка Конфедерации, а следующим летом – игры чемпионата мира.